В Саратове открылся центр традиционной китайской медицины. Он находится на базе городской клинической больницы имени Миротворцева. В лечении пациентов будут применять методики восточной медицины, которые эффективно используются в Поднебесной. Причем обучать саратовских медиков приехали китайские специалисты. Подробнее расскажет Оксана Лючева. Под наши аплодисменты! Начало положено. Ректор Саратовского государственного медицинского университета и его китайский коллега открыли на базе клинической больницы имени Миротворцева Центр традиционной китайской медицины. Здесь будут лечить пациентов при помощи рефлексотерапии и других методик восточной медицины. Искусство врачевания древнекитайское находит все большую востребованность во всем мире, в том числе и в нашей стране. И это касается заболеваний хронических, таких как гипертония, диабет, иные заболевания, различные профилактические методики, направленные на укрепление здоровья, а также методики реабилитационного характера. Открытием этого центра завершился очередной этап работы Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. Последние три дня в Саратове проходило ее заседание. Сопредседателями ассоциации являются академик Российской академии наук Петр Глыбочко и его коллега, академик Китайской академии инженерных наук Ян Баофен. По мнению китайского ученого, открытие центра – это важный момент в сотрудничестве СГМУ и вузов КНР. Распространение традиционной китайской медицины составляет один из элементов государственной стратегии, государственной политики Китая, которую одобрил председатель Си Цзиньпин. Следуя в русле этой политики, наши китайские коллеги будут отбирать лучших специалистов по традиционной китайской медицине, которые будут на базе этого центра проводить мастер-классы для российских специалистов. Китайские медики уже проводят мастер-классы для своих российских коллег, передают опыт врачам клинической больницы имени Миротворцева. Сейчас здесь присутствуют специалисты отделения неврологии. На первом этапе именно их пациентам будут оказывать помощь в центре. Рефлексотерапия – одна из тех немедикаментозных методов, которая позволяет уменьшить количество приема препаратов. Мы же ведь понимаем, что таблетки не всегда хорошо в больших количествах. Сначала планируется обучить на базе центра практикующих врачей, затем привлечь к работе студентов СГМУ. Здесь они будут изучать теоретическую часть, а затем поедут стажироваться в Китай. В течение одного года молодые специалисты из Саратова будут получать практические навыки в лучших клиниках КНР. Оксана Лючева, Максим Пустовалов, Саратов 24.